Итак, вот упражнение. Еще раз я напомню вам. Удар должен быть сильным. Это удар. Дальше удар должен быть точным. Удар должен быть своевременным. Дальше. Удар должен быть безопасным для вас. И после удара вы должны иметь возможность сделать то, что вам нравится дальше. То, что вам будет нужно. Силу удара я увеличиваю за счет следующего. Движение вперед. Выноса колена, движение ноги. Дальше. Разгибание ноги. Вот он идет. Да? Дальше. Постановки стопы. Работы бедром. Выдоха. И одновременного опускания руками. Посмотрите, вот как минимум. Понятно, что можно и головой еще чуть-чуть добавить, еще там всякими делами. Но пока самое простое. Дальше. Пальцы, вот я даю таким способом. Посмотрите, меня тоже руки поднимают. Или мне пришлось тут мне руки поднимать. Зачем? Я уже так стою. Дальше. Атакую. Дальше. Немножко проскакиваю. Проскакиваю по нему. Так. Сервис. Видите, да? Потом ногу разгибаю. Выдох делаю. Дальше. Сейчас. Как выглядит упражнение? Кто у нас бьет более-менее? Я с вами. Кто бьет нормально? Маша бьет, Ваня спокойно отскакивает, как только куда закончился мешком. Стоп. На камеру работает. На камеру показать.